whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Сначала у нас появился контрабас, у Черепа появился контрабас, и он начал на нем играть. Я играл на акустической гитаре, и вот мы вдвоем с ним писали песни, то есть и я писал песни, а Череп приезжал ко мне в гости, и в это время вообще-то спал в кресле. То есть это все происходило летом, вот в это примерно время где-то. Я так думаю, август, было, да? Тоже очень жарко. И потом он просыпался и подсказывал мне, там, допустим, или рифму какую-то, или некоторые строчки даже подсказывал мне. Но в основном он, конечно, спал. А опиши, пожалуйста, атмосферу в конце 80-х, начале 90-х. Как тогда вам было? Ну, атмосфера была, конечно, лучше, потому что люди ходили на концерты. И, проходили или фестивали, например, то подходил народ, там они даже штурмом, там, значит, брали двери, и абсолютно другое было состояние души. Ага, ну как Маргулис спел, мы двери вышибали головой, да? Примерно так. Ну, а может быть, это не только с музыкой связано было? Что-то было еще такое вот, ну, атмосфера свободы, там, воздухе перемен каких-то? Да, я думаю, да, то есть вот взять там на пример 90-е годы, уже так как-то все всколыхнулось. И музыка тоже. А потом вот постепенно, и опять все это вот к 2000-м годам превратилось вот в некое болото такое. То есть... А музыка тогда, в начале 90-х, отражала состояние вашей души? Безусловно, отражала. Это и были мы, наверное, вот все эти песни, которые мы писали тогда. Все это было честно. Ну, никакой не было вот там подоплеки коммерческой, например. Никто не думал, вот как бы вот деньги зарабатывать эти. У нас не было таких даже мыслей. А просто вот все, что у тебя внутри творилось, ну, о том ты и пел, собственно. Опять с тобой, Ростов, мы тут скуку, как вчера.
кругу, как вчера. Опять с тобой, растопчем мы эту скуку, как вчера. За нашей спиной находится Смольный, тот самый Смольный, который заканчивал Ленин, Сталин и Крупская. Вот именно отсюда в бой уходили, значит, в Петербург на броневиках. Это рабочие отряды вот, свергали царя там. Ну, как всегда. Это по выходным у них обычно отсюда вот там. Вон там Ленин жил, вон там, где окошко, видишь. А ты застал Череп? Ну, конечно, это мой очень, ну, большой знакомый. Ты мне этот микрофон, когда так показываешь, я сразу, у меня мысли возникают, как его приспособить к контрабасу. Тенденцию такую нужно сделать, надо закрепить ее. Попробовать надо, как он может будет хорошо снимать. Круто. А еще были предметы, которые ты хотел приспособить к контрабасу? Пулемет. Пулемет, в принципе, полезный. А руль. Руль, король, да, руль. Чтобы можно не, было колеса, удобно управлять. Я, ну, мы давно хотели, ну, такой прикол сделать, то есть одеть, чтобы я был ролики, а на контрабас внизу тоже колесико приделать и ездить по сцене играть. Круто. Я серьезен? Так, серьезно? Достаточно. Прошел. Вот такая печальная история. Лев Толстой сказал, что у всякого искусства есть два отступления от пути – пошлость и искусственность. Согласен ты с этим? Ну, я полностью согласен с этим. Потому что, ну, что такое, вот, например, искусственность – это, ну, и музыкант играет просто, и он не чувствует сам этого материала, и не в этом материале, наверное, вот. Все эти там бесконечные, например, попсовые там разные вещи, все эти фонограммы, фанеры, оно, ну, уже так и происходит, то есть, ну, потанцевать может быть, да, но вот живой звук, и это всегда, по-моему, приятнее. И людям тоже, ведь, ну, все же все понимают, по-моему.